Привет! Сейчас я покажу вам, как приготовить, ну, очень интересный десерт. Симифредо ягодный. По рецепту из книги «4 сезона» с Herbalife Nutrition. Для его приготовления нам понадобится протеиновый коктейль со вкусом клубники, протеиновый коктейль со вкусом шоколадного печенья, молоко, голубика. Это очень простой рецепт своего рода мороженого. Сейчас я смешаю все ингредиенты и отправлю их в морозильник. Беру блендер и добавляю туда протеиновый коктейль со вкусом клубники и протеиновый коктейль со вкусом шоколадного печенья. Добавлю 5 мерных ложек протеинового коктейля со вкусом клубники. И еще 5 ложек протеинового коктейля со вкусом шоколадного печенья. В этом коктейле более 20 витаминов и минералов, полезные жиры и медленные углеводы. Этот протеиновый коктейль сделает наше блюдо вкусным и полезным. Обожаю коктейль со вкусом шоколадного печенья. Очень часто делаю себе его по утрам и похудел уже больше, чем на 18 килограммов благодаря программе Herbalife Nutrition всего за 4 месяца и не планирую останавливаться. Совсем скоро вы меня вообще не узнаете. Отлично, осталось добавить молоко и взбить. Готово. Берем форму, в которой наша симифредо будет застывать. Вот такая силиконовая форма. Дальше на дно силиконовой формы выкладываю ягоды. У нас это голубика. Дальше сверху добавляю полученную смесь. Готово. И отправляем в морозильную камеру до застывания. Симифредо уже застыл, самое время доставать его из морозильной камеры, украшать ягодами и можно подавать. Симифредо ягодный готов. Приятного аппетита!